Здорово! Вас приветствует Леха Танк! И сейчас мы идем к главному дилеру этого города по протеиновой прокачке, к Евгению! Заходим! Так, что тут у нас? Какая дверь-то, блядь? А вот, видите, спортмикс. Значит, нам сюда. Да-да-да. Вот он, главный дилер по протеиновой прокачке, Евгений этого города. Здорово, Евгений. Ты меня прям в коридоре. Да, я тебя прям сразу заскринил в коридоре. Ну, рассказывай, давай. Что, чего, как. Вот, как видите, у Евгения на самом деле, он дилер, он главный дилер этого города. Да, вот это. Калифорния Gold Nutrition. Вот эту вот вещь мы и берем, да. Американская чисто. Так, как принимать-то у нас получается, Евгений, принимать ее? Можно два раза в день. Два раза в день. Сколько там? Через полчаса там тренировки или сколько? Ну, это сырочный протеин, он усваивается полтора часа. Тем более изолят. Он полтора часа точно. И все, уже усвоен. Поэтому через полтора часа ты можешь уже следующую порцию пить. Все зависит, сколько ты белка съедаешь из обычной пищи. Понимаешь? Да-да. То есть надо добирать порцию белка протеина. Вот, как видите, Евгений настоящий дилер этого города. Продавец волшебных таблеток. Волшебные таблетки не знаю, но знаю, что волшебные порошки хорошие. Да, и БАДы тоже есть волшебные. Вот такие вот шейкера. Да, шейкера такие прикольные. Вот все тут есть. А жирик у тебя есть? На скакалке не скачешь? Да, надо бы, наверное, взять. Какие? Да, скакалочки, видите, скакалочки. Сколько? 150 рублей. 150! Вот, беру, буду скакать. Ну, для кардио самое. Я понял, как силомерен. Вот так вот, друзья. Есть в городе такая замечательная вещь. Вот. Так что вот так вот. Ну, в общем, вот так. Приходите, ребят. Да. Подберем для вас. Советуем, да. А вот эта вещь, Евгений сказал, она как бы редкая, да? Или разбирает ее? Ну, не то, что редкая, нет. Просто очень качественный продукт. Очень качественный продукт разбирает всегда быстрее. Так что, знаете, у Евгения не задержится, как говорится, все.